нам пообещали, чтобы нас правосеки не разбили. Спускаетесь, мы вас привозим в городскую. И потом вы расходитесь тихонько по домам. 10 часов утра, 3 числа. Товарищ полковник, скажите, мы у меня предложение такое. Если вы хотите убедиться, как говорит Сергей Иванович Балбалан, в том, что прокуратура держит свое слово. Не держит! Одесская прокуратура. Мы живем в городе Герой Одессы. Здесь нет людей ни со Львова, ни откуда, с другой области, с другой страны. Здесь все находятся одесситы. Покажите нам прокурора. У меня вам просьба. Я прокурора не могу показать. Я знаю, что не прокуратура. У меня к вам тогда в таком случае просьба. До того момента, как прокуратура, как вы говорите, будут вам, или ваши активисты, будут вам отзваниваться о том, что их начали выпускать, встаньте, пожалуйста, где-то в одно место. У меня огромная просьба. Не бродить по всему зданию УВД. Я еще раз прошу, очень прошу. Здесь находятся документы, здесь находится оружие. Мы не тронем. Встаньте, пожалуйста, в одном месте. Вас никто не тронет. Милиция не применяет силы никакой. Я не желаю вас расходиться. Встаньте, пожалуйста, где-то вот как мои люди выстроили. Встаньте здесь рядом и ждите. Давайте вы на ту сторону. На ту сторону встаньте. Я не знаю, вам же будет отзвонить. Я здесь вместе с вами нахожусь.